памятник. Йосиф Каштей. В августе 1532 года Миклош Юришич своим гарнизоном отражал атаки турков. И только благодаря геройству этого небольшого гарнизона Кёсок не капитулировал перед турками. И в честь, в память Миклоша Юришича в 11 часов в Кёсоге звонят колокола в его честь. А это осмотр крепости с ее правой стороны, с внешней правой стороны. Мы обошли двор крепости с правой стороны. Опять попали к центральному входу в исторический музей. Это с внешней стороны. Крепостная стена. Что мне еще очень нравится, то крепостная стена примыкает к современному жилому зданию. И часть крепостной стены, а может быть, просто стилизована уже под крепостную стену. Выложена вот такая вот стеночка или фундамент здания. Очень интересно. Бережное сохранение старины. В этом году ведутся реставрационные работы в центре Кёсога. Скоро мы увидим. Я думаю, на следующий год уже все будет готово. В следующем году мы будем любоваться. С изданиями. Всей красе.
лесок, замок Юрьевича, крепостная стена и крепостной ров.